Примите наше поздравление в прекрасный яркий майский день. Пусть будет у вас настроение всегда цветущим, как сирень. Пусть будет жизнь прекрасна ваша, и дети счастливы всегда. Будет полной чести и удачи, счастья и добра. Да здравствует 1 мая, весенний праздничный день. Природа весной просыпается и расцветает сирень. Давайте дарить поздравлениям любимым, родным и друзьям. Скажите, а как? Вы сильно вы любите, как все они дороги вам. От души вас поздравляем с молодым звенящим маем. Май, пусть он будет самым светлым, самым добрым и приветным. В лето двери отворяет, щедрое счастье. Этот праздник имеет древние языческие корни и отнюдь не случайно называется Днем Труда. 3000 лет назад жители древней Италии поклонялись богине Майе, покровительнице земли и плодородия. В честь богини последний весенний месяц и был назван маем, а в первый день этого месяца устраивались торжества. Первомай в новом виде возродился в конце 19 века в рабочем движении, которое в качестве одного из основных требований выдвинуло введение 8-часового рабочего дня. В России 1 мая впервые был отмечен в 1890 году и носил название «День международной солидарности трудящихся». В 1997 году этот праздник стал называться «Праздником весны и труда».